похуй. Мама, мне плохо. Ха, знакомое лицо. Ну ты же мой брат, ну неужели ты так можешь со мной? А? Ну неужели? Ну ты же мой брат, ну неужели ты так можешь со мной? Привет всем! Слушай, у меня есть вот такой вот маленький попытик. Что ты мне с него дашь? Пизделей! Ментосы! Кора! Let's go! 3, 2, 1! Что? Росконздрав не запретит. Симпл, димпл, подпискаешь. Симпл. Дабы обходит, пиздеть. Чё, Зитракс мод? Спиди, чё? За что, сука? Куча долбоёбов, я забираю под прицел. Ха, Зитракс мод, рефлекшн пожирает твой тейп. Моя метаформа нескончаемая, я вижу трейн моей старой... Блять, я же только что говорил, сука, про эту хуйню. Ладно, похуй. Как так вышло, нахуй? Вообще так хуёво, пизда, ебать. Не так вообще хуёво, я ебал. Это ворон. Я не такой хуёво. Лер, брат. Никита сегодня умер, полтос. Скажи, пожалуйста, что это неправда. Пожалуйста, не надо меня так пугать. Меня стрясёт, пожалуйста. Скажи, что это глупая шутка. Никитос. Вот этого чела надо психокиды взять, блядь. Хоть он долбоёб. Вопрос. Если я уйду из твоей жизни, ты будешь по мне скучать? Скажите мне, пожалуйста, вы готовы чуть-чуть переключиться с Dead Insider'ства и нашего гульства? Я хочу вам дать задание посмотреть один сериал. Кто готов? Ставьте плюсики. В следующем видео дам задание. Впадлу. Опа, Тетрис, давайте погоняем. Как он играет? Да, я выиграл, ребята! Я выиграл! Все? Что у нас было делать? Я выиграл! Меня зовут Киношита Каза, 20 лет. Я студент и живу один в Токио. Интересный факт, у меня есть девушка. Повторяю. У меня есть девушка. Прости, я влюбилась в другого. Звездные планы нарушатся, кончатся силу, я мертв в руках, это невыносимо, обман и предательство, су... Это же это, блять, какого? У него трек-то нахуй. Ааа, я забыл, кто это, бля. 707, да, 707. Счастье не в деньгах, сказал никто и никогда, если и сказал, то только чтоб наебать, счастье... Чё, ты готов, да, Саня? Да, готов, ебать. А ракета-то, а с ракетой ты чё? Ну, ракету запустит. Да, я понял. Че, парни, убиваем? Накидываемся, да, на Паша? Да. Так, получается, он сюда прилетит, да? Все. А можно я еще? Ой, блять. Да пускай ракет, уже можно. Да, она быстро летит.
Что они будут делать? Я посчитал уже, все рассчитал. Да, парни, сюда везем, сюда, сюда. Да, 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 Влад, Влад, иди сюда. Парни, парни, сюда, парни. О, летит. Вези, вези. Коги, 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 поставь. Походу я знаю, что мы будем делать курс. Сейчас в игре. Вы такие интересные? Вы считаете, что если заламывать себе пальцы и поставить себе Канеки Кена на аватарку, играть на эсэфе и, я не знаю, что еще, то вы истинный гуль? Ничего подобного! Вспомните, кто был Канеки. Канеки был не российским троечником, который ни черта не знает. Не знает, кто такой Моцарт и кто Реквием написал. Канеки был первокурсником. Реквием это ультимату финда вообще-то. Ну ладно. Девственница или не девственница? Ну это же яблоко, что за хуйня? Ёбаный пророк Моисей Шедзо. А если он в паде проебет двадцатку, будет ноль? Нет? Или ниже нуля, ниже 10 там нельзя? Один будет? Вроде бы ниже 10 нельзя. Это какой-то крутой способ делать веснушки, уже столько людей его попробовали. А Стаса все еще нет. Как так? Бежим тестировать, подписывайтесь. Кто дверью ошибся? А? Мойте посуду, чтоб чисто было. Ну чё, починили, нет? Почти. Что? Роскомздрав не запретит. Симпл-димпл, подпискаешь. А вы тоже устали от того, что когда хочешь попить чайной ложкой чай, постоянно заебываешься из-за того, что в чайную ложку влазит мало чая. Просто зачем эти чайные ложки, если в них вообще не влазит чай? Сейчас я покажу, как это исправить. Чай убираем. Блять, только не туда. Берем напильник и стачиваем дно. Ёбаное говно. Чё у него сзади, блядь? Совсем чуть-чуть. Я как свинья мокрый. Шлифуем края наждачкой. Должно получиться примерно вот так. Теперь нам понадобится капельница. Берем и отрезаем вот эту вот штуку. Необходимо приложить ее к нашему отверстию. И приклеить ее клеем. Чтобы получилось примерно вот так. Берем бутылку, делаем в ней отверстие. Продеваем нашу капельницу сквозь крышку. И заклеиваем. Опять пальцы склеил. Переливаем наш чай в банку. Теперь одеваем нашу крышку. Теперь просто переворачиваем наш чай, сука. И надавливаем на нашу банку. Короче, капельница слабое звено в этой системе. Бардак нахуй. Теперь берем и приклеиваем. Получилось примерно вот так. Ей неудобно брать чай. Отрезаем нашу горлышко. И одеваем на кружку. И закручиваем изолентой. Рубьёт. Это, сука. Черная изолента говно. Бля, иди нахуй, короче.